В училище Олимпийского резерва прошла торжественная линейка первокурсников. В этом году ряды студентов пополнили 20 ребят, которые поступили после 9 класса, и 20 закончивших 11. На мероприятии новоиспеченным студентам дали напутствие и поздравили с наступлением учебного года. В заключении состоялась беседа с выпускником училища Антоном Сафроновым. Якутянин закончил Гарвардский университет и в данное время работает менеджером по логистике во французской нефтегазовой компании «Total».